Здравствуйте, меня зовут Ирина Соколова, я астролог, и для Beauty 3D я представляю еженедельный гороскоп здоровья и красоты. Вчера у нас было полнолуние, поэтому сегодняшний день лучше провести спокойно, а все свои силы и энергию вложить в работу, тем более, что как-никак начало недели. Особенно хорошо в этой сфере все будет складываться у земных знаков, у тельцов, дев и козерогов. От них мы и ждем, собственно говоря, основных достижений и трудовых рекордов. Ну, и будем очень рады, если они их сделают. Тем более, что Марс завтра перестанет быть ретроградным, даже сегодня вечером перестанет, только после уже окончания трудового дня. А значит, старые ошибки, по идее, должны быть уже исправлены. И можно начинать, пусть медленное, но движение вперед. С завтрашнего дня все, кто хотел побороть свои, ну, допустим, мимические морщины с помощью ботокса, могут это сделать. Эффект продержится долго, ну, чуть дольше, чем вот обычно он держится. Все, кто планировал сбросить вес, могут не только сесть на диету, но и лечь на липосакцию. И риск побочных эффектов будет минимальным. Хотя лично я все-таки вот за спорт и диету. Ну, здесь хозяин-барин. И спор сейчас может быть достаточно жестким, достаточно таким серьезным, можно себя не жалеть. И если любите соревноваться, ну давайте, сейчас можно, побеждайте. На этой неделе вообще можно делать несколько дел одновременно и, как ни странно, все успевать. Парадокс. Поскольку Луна убывает, основная тема недели – это избавление от лишнего. Это и уборка дома, тщательная, естественно, и липосакция, и эпиляция, и массаж, и баня, только не слишком горячая, потому что сейчас с высокими температурами, ну, надо быть чуть-чуть поаккуратнее, потому что, ну, вообще лучше турецкий хамам, где не очень жарко. И любые очистительные процедуры в оздоровительных целях и ради красоты. Сейчас все будет и приятно, и очень полезно. Беречь нужно только голову и все, что на голове, то есть не перегружать, например, глаза. Да, вот отложить на время компьютер и телефон, ну, если это возможно. Не прокалывать уши, если это возможно, немножко отложить. Не делать пирсинг и татуаж, а также химическую завивку и окрашивание волос. Потому что результат может вас, ну, так себе, не очень-то и порадовать. Организму может не хватать кислорода, поэтому чем больше времени вы проведете на улице, тем лучше для вас и для вашего организма. Можете побегать в парке с утра или просто прогуляться после работы, не забывая про солнцезащитный крем. Он все еще нужен. В конце недели можно сделать маникюр. Отличный результат дадут процедуры, связанные с глубоким питанием кожи, лица и тела. Маски, обертывания, особенно если предварительно вы будете использовать скраб. На сегодня все. Хорошей вам недели. Увидимся в следующий понедельник.